Люблю экспедиции, и мои друзья отправляются в экспедиции по России, по 59-й широте. Мне очень хотелось бы поехать с ними, но в связи с обстоятельствами, так как я занимаюсь хоккеем, играю в Локомотиве, у нас начинаются сборы, и я не смогу поехать с ними. Вот, в свою очередь, я хочу им пожелать удачи, хорошей дороги, вот, и полного бака. Вот, а за ними я буду обязательно следить по сайту. Я очень люблю рыбалку и посещаю в Ярославской области Рыбинское водохранилище. И ребятам рекомендую там обязательно побывать. Там очень красиво. Ну что, нам остается делать. Мы поедем дальше. Виталику большое спасибо. Ужас, спасибо тебе. Постараемся заехать на Рыбинское и кого-нибудь обязательно закончим в воду. Хорошо, в следующий раз, когда поедете, обязательно приглашайте. Будет все. Время, обязательно поеду. Спасибо тебе, дорогой. Давай, до свидания. Виталий, хорошего сезона, а мы поехали дальше.